все мы с вами Хэппи. Сегодня поиграем с вами в Бакшот Рулет. Я не знаю, что ожидать, поэтому Майк Клубника сделал эту игру. Надеюсь, здесь будет хоть одна клубника. Так. Не знаю, мне нужно две руки, одна рука. Как мне играть? Я не знаю. Ладно, пока поставим руку на... Оу, ёпта. Какой-то клубешник. Afraid. Intact with... И что? Ага, вот так вот. Нихера. Надо потише сделать все. Угу. То есть мне нужна только мышка, ладно. О, нифига. Пожалуйста, подпишите бумаги. Подпишите мне бумагу, окей. То есть мы добровольно сюда поехаем. Окей, пусть будет... Хэппи. Так. Так, один, два, смерть. Что это значит? Dear Happy. Так. Один раунд, два патрона. Что это за смесь Раша и ржавой бочки? Я заезжаю, типа... Я не понял, подождите. Shooting yourself with a blank skin the dear stun. То есть, стреляя в себя, типа... Наверное, типа... Как это называется? Холостыми, наверное. Пропускаешь дилера, окей. Дилер я, ну пусть будет дилер. Ага, это холостой, я понял. Закрый, пиздак, запускаю атомное. Ясно, рулетка. Осторожно теперь. Ясно, ну понятно, русская рулетка. Нам нужно понять, окей, значит, если этот был, значит, холостой заряженный, окей, давай мы в себя. И сейчас меня встрелю, я сейчас себя стрельну, да? Отлично, все, этот может оказаться теперь не холостым. Три жизни, три смертельных, два холостых. Они что-то там в hide and subject. Окей. Давайте. Сейчас меня ёбнут. Фух, нет. Живу. И давай, дилер. I like it, Кэджи. Да, получилось. Happy. Отлично. Значит, моя основная задача — это убить его. И сейчас этот будет не холостой. Ебать ты лох. Fuck this shit, I'm out. Ебать ты лох. Типа реально, он просто взял и сдох. Хэппи выиграл, окей. Клубешник. Раунд 2, я понял. То есть 3 раунда. Давай сделаем это немного интереснее. Тут очень быстрый текст, я не всех слов понимаю. 2 предмета в каждом. Больше предметов, прежде чем зарядиться, в смысле. Пиво. Пиво для позитива. Пиво, ножик. 3 жизни, окей. Один живой, один холостой. Значит так, начинает первый мон. А, нет, я начинаю, давай в меня. И сейчас этот выстрел, да? Нет, фух, отлично, холостой у него. Точнее, у меня был холостой, у него сейчас будет сюда. Вот. Отлично. Надо уметь просчитывать. Первый, значит, надо быть осторожным, потому что в следующий раз первый может оказаться не холостым. Господь. Так, очень интересно, что это было. Тут была какая-то... У меня 2 предмета есть одинаковых. Ага, 2 холостых, 2 смертельных. Значит, сначала... так. Ага, заканчивает раунд. Shooting deals 2 дамага. Что это значит? Я могу типа сразу двумя?
Пиздец. Окей. Окей. Ясно. Все, я понял, что это означает. А оно вернулось обратно. Угу. Так, у него сишка. У него сишка. Что значит сишка? Сишка восстанавливает. И лупа помогает ему типа посмотреть, какой... Какой холостой, какой нет? Ага. Ага. Да, я понял. Окей, окей. Он меня убил. Окей. То есть я понял. Тебе повезло, что... Они оставили тебя. Вставай, Хэппи. You are finally awake. Ночь еще молода. Типа, они оставили тебя во главе или это во главе. Не понял. Ладно. Фух, а можно? Тут табл есть. Можно с чем-то повзаимодействовать? Нет? Ладно. Возможно, этот товарищ — это наш доктор. Он тут стоит просто... Не знаю, я ни с чем не могу повзаимодействовать. Окей. Русская рулетка, я понял. Добавлять обратно. Спасибо. Короче, ага, и мы начинаем со второго. Окей, это радует. Правила все те же, как говорится. Значит, наручники, лупа. Что делают наручники? Угу. Один холостой, один живой. Так, значит... ага, значит... Не, он пост заезжает, окей. Так. Ага, диггер скипает. Окей. Check the current round in the chamber. Chamber. Chamber — это спальня. Ладно, давай пока, значит, первый в себя. Блядь! Это не было, это должно было случиться. Этот холостой будет. Да. Окей, этот будет холостой, я понял. Значит, ага, ага. Сишки. Окей. Два живых, два холостых, я понял. Окей. Окей, мы можем сделать вот как. У него три лупы. Угу. Значит, выкуриваем сишку. Себе здоровье повышаем. Отлично. Далее мы используем лупу. Чтобы это не значило. Ага, живой, живой, живой. Значит, делаем вот так. Значит, далее мы делаем дилер. Так, он сейчас пропустит раунд. Ага, ага. Дальше. Холостой, окей, нас следовало ожидать. Значит, он использует лупу, чтобы посмотреть, какой сейчас. Интересно. Очень интересно. Наверное, сейчас мог бы быть оказаться... Ага. Так как холостой, он стреляет в себя. Значит, у нас остался один патрон. И он стреляет в нас. Да, один патрон остался. Угу. Я так и думала, что это падла так сделает. Окей, окей. Окей, ладно. И возвращается на круги своя. Окей, окей. Я поняла. Так, хорошо. Здесь нужна тактика, здесь нужна стратегия. У меня есть две сишки, значит, я могу... Три живых, два пустых. Значит, два можно садить в себя, три в него. Значит, как надо так сделать, чтобы... Если сейчас мы выставим в себя, это может оказаться холостой, значит, мы потом выставим в него. В себя. В него... Пропустит раунд опять в него. В любом случае, две жизни потерять или одну, это окей. Давай в дилера. Хорошо, холостой, минус холостой, я понял. Я понял, скорее всего, следующий будет живой, и он в меня ёбнет. Ах ты! Ах он тварь, следовало сразу наушники использовать на него, я понял. Я не понимаю, просто по какому принципу работают наушники, но ладно, я начинаю понимать. Ржавая ты бочка. Следующий будет, наверное, холостой. Что дает ему пиво? Он сразу убрал холостой?
О! Сам себя ёбнул. Мне же это на руку. Угу. Значит так. На, держи, одевай. Отлично, остается совсем чуть-чуть. Сюда. Он убрал холостой. Значит, я имею право его уёбнуть сейчас. В целом все накладывается нормально. А, там уже закончилось, типа? Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Три живых, три пустых. Угу, угу, угу. Я хочу в него ёбнуть. Блин, холостой. Холостой. Он может на меня наушники одеть? Холостой был. Неприятно. Да, он сейчас на меня наушники оденет. Он меня может дважды ёбнуть. Всё. Он убрал живой. А! Он сам себя захерачил. Всё. Всё. А я-то чё? У меня-то всё хорошо получается. Но третий смертельный будет. Третий будет уже опасный. По причине того, что... Долго это длилось, мы пришли к последнему испытанию. Никаких больше дефибрилляторов, никакой больше трансплантации крови. Теперь ты и я, мы танцуем на грани жизни и смерти. Ёк-макаёк, что это? В смысле? Четыре предмета. Ага. Ага. Ага, две лупы. Слушайте, лупы это даже очень хорошо. Сколько жизней? Ага, и две, так понимаю, экстра. Юн, ты знаешь правила. Я бы сейчас не использовала лупу, я бы на него лучше использовала это. Хотя, возможно, наушники понадобились бы в будущем. В целом, окей, давай, там два холостых. Отлично. Следующий. Есть! Моя ставка сыграла. Я не знаю, каждый раз ли здесь по-разному, но если здесь каждый раз одинаково, то можно... Все, а последний холостой это мой. Все, последний холостой. Так. Отлично, наручники, лупа. Лупа. Много луп. Много луп. Можно... Можно хорошо... в себе... Так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять обычных, пять холостых, я так понимаю. Холостой. Наручники. Так. Холостой сейчас в себя. Отлично. Далее. Делаем вот так. Смотрим, какой. Живой. Отлично. Отлично. Используем ножик. И в дилера стреляем сейчас. Все, в дилера сейчас. И мы ему две снесем. Отлично. Раз, два. Все. Прекрасно. Отлично. Он пропустит, нет? Отлично, у меня еще есть. Значит, мы ему еще два можем снести, наверное. Холостой. Значит, в себя можно ёбнуть. Оно действует по принципу каждый раз, типа, вот у него сейчас... Не-не, подожди, можно положить? А положи назад. Положи назад, я не успел, нет. Ладно, в дилера. Холостой, это был холостой. Можно было в себя ёбнуть. Ну ладно. Сейчас он посмотрит. Скорее всего, там окажется... значит, мы выстрелили два холостых... Три холостых. Это было три холостых. Да. И один живой пока был. Ага, выкуривает, выкуривает. А мне нечем выкурить. Даже так у меня все равно будет две жизни. Еще.
У меня еще будут жизни в запасе, окей. Угу, угу. Понятно, понятно. Но у него нет наушников, мне это на руку. И если сейчас окажется живой, отлично. Я ему снесу еще две жизни. Но я все предметы потратила. Ну ладно. Отлично. Минус два. Хорошо, хорошо. Но дальше будет сложнее. Значит, уже было три холостых и три обычных. Ты готов? Не очень. А-а-а! Что это значит? У него он убрал один. Значит, сейчас будет холостой. Да. Нет? Да, холостой. Значит, пиво позволяет убрать один патрон. Отлично. У меня есть сигареты. У меня есть сингалета. Так, два холостых, три живых. Понял. Понял, понял, понял. Значит, смотри. Выкуриваем. Раз. Это мне будет все равно на руку. У него там один нож есть. Так, на последнем... Так, посмотрим, что у нас сейчас. Холостой. Если я делаю вот так, значит... Я могу сделать вот так. И, скорее всего, я могу сделать вот так. И все, я сейчас его ёбну. Я должна его ёбнуть сейчас. Да! Получилось! Получилось! Все, я выиграла. Емать. Приз в студию! Деньги, приз в студию! Да! Ну что здесь не так? Что здесь не так? Или это я выиграла? Тут в целом достаточно легко получилось выиграть. Я думала, это будет сложнее, но... Вау. Поздравляем, Хэппи. Вау, то есть... Окей. 64 тысячи долларов. Вау, окей, на самом деле это интересно. Я думала, это... Окей, а мне даже понравилось. Хотя вот так будет пока, ладно. Не, блин, я думала, это очень интересно. То есть у меня получилось его выиграть. Тут как бы, понимаете, принцип надо понимать. Одна пуля всегда будет... Но мне нравится, что здесь дополнительные предметы есть. То есть ты себе можешь повысить всегда шансы. То есть это русская рулетка становится намного честнее. За счет некоторых предметов. У тебя есть лупа, ты можешь сразу увидеть, что у тебя там, и построить свои дальнейшие действия. В обычной русской рулетке ты вообще ничего не умеешь, ничего не можешь. Окей. Окей. Слушайте, очень даже. Мне понравилось. Мне понравилось, реально. Блин, я хочу теперь другие игры Майка Клубники посмотреть. Они... Мне кажется, это очень интересно будет. Это будет, наверное, что-то из этого. Как этот Puppet Combo или... Чилосарт, вот теперь у нас есть Майк Клубника, блин. Слушайте. Очень даже. А мне понравилось. А я хочу еще его игр поиграть потом, да? Типа. Оно буквально там на, вот как у нас тут, почти минут 20. На минут 20 игрулечка. Я бы даже в нее потом еще позалипала. Вот чисто вот залипнуть. Она такая, на залипаловку. Тут нет сюжета, нет ничего, она просто ты туда-сюда, туда-сюда. Вообще, шикарно, шикарно. Муа, белиссимо. Ставлю 10 из 10. Ржавых бочек. Ладно, я надеюсь, что вам понравилась эта игрушка, ребятки. Вы хотите еще таких или подобных игр, или других игр, я не знаю, пишите в комментариях, что вы хотите. Вот, я всегда буду снимать, я сниму то, чего вы хотите. Надеюсь, что вам понравилось, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что очень многие смотрят меня без подписочки, а так нельзя, ребята, так нельзя, подписываемся, подписываемся, ставим колокольчики, вот, ну а с вами был Хэппи, всем спасибо за просмотр, ребятки, всем пока!